дорогие друзья, канал «Свой среди своих кулинарий», я свой, и для вас сегодня мы сделаем такую замечательную настоечку, называется она «Освежающая», как видите, такой приятный, очень насыщенный коньячный цвет, настойка идет на мяте, кто-то там говорил, что от мяты голова будет болеть на утро и тому подобное, но, ребят, кушать нужно в меру, а то будет как той присказки, что горит, как там, Жека? Пил вино, водку, пиво, да, отравился пирожком, да, друзья. Просто все пьем в меру, есть культура питья, сохраняем, как бы не теряем ключи от попы, и все будет замечательно. Давай, Ромочек. На, держи. Так. Чок, ваше здоровье на аромат, ребята. Приятный очень, очень приятный аромат, да, такой? Да. Интересный. Не могу точно сказать, чем. Ну, не знаю, у меня вот ассоциация, что было бы классно вот это закусить грибами, да, какими-нибудь тушеными. Да, под грибы именно подходит. Под грибочки в сметаночке или на костре с жареной. Вообще бомба. Ну, пробуем, да. Вкус. Действительно освежающая, да. Она очень мягко идет, ребят. Есть, я уже говорил, что там содержание мята. Прям вот она чувствуется хорошо. Проходит до самого желудка. Вот это освежающее, мятное послевкусие. Замечательная штука. Очень реально вкусно. Всем любителям вкусного бухлишка советую попробовать. Вот. Ну, без лишних слов. Кстати говоря, рецепт будет на сайте, если что. Без лишних слов. Начинаем. Друзья мои, ну что, готовим освежающую настоечку. Прежде чем начнем готовить, ребят, все взвесили, уже все подготовили. Очень классные весы, ребят, рекомендую к использованию, к эксплуатации. Если где-то найдете в магазине, берите с руками и ногами. Но если не найдете, то на всякий случай мы вам оставим внизу ссылочку на марки, где можно заказать по интернету. Так, начинаем. Берем емкость. В емкость добавляем, получается, 2 грамма у нас здесь идет шалфея. Имбирь, смотрите, у меня идет здесь 5 грамм. Нарезаем вот такими кусочками. 5 грамм имбиря. Так, мята свежая, друзья мои, 5 грамм. Перед тем, как ее погружать, обязательно ее помните вот так вот. Помещаем в баночку. Друзья, ароматы. Ах, мята как пахнет, здорово. Берем корень колгана, друзья, 5 грамм корня колгана. Не обязательно его измельчать. И самый приятный звук. Самый приятный звук, чпук, да. Заливаем все это дело горячительным. В данной ситуации это самогон 45 градусов. Закупориваем крышечкой. И отправляем настаиваться на 2 недельки, друзья. Через 2 недельки увидимся, отфильтруем обязательно. Вот. Ну и посмотрим, что у нас получилось. Вот спустя время, друзья мои, вот такая вот красота, честно скажу. Не знаю, как передаст камера, но очень это красиво визуально воспринимается. Цвет такой приятный набрало, ближе к коньячному. Ну, не коньячному, бренди, да? Коньяк настоящий-то. Только во Франции. Так. Смотрите, ну 4 слоя марли, в принципе, достаточно. Отфильтровываем. Вот такая красота на выходе. Да, вот такая красота на выходе у нас получается. Видите, вполне чистенько. Достойный, презентабельный вид. То есть, в целом, зачетная штука, друзья. Так что экспериментируйте, делайте. Много не пейте. Ну а с вами был Свой, друзья. До встречи. Пока.